Абра пути га на хейлок политика, а политика на партиях на хейлок на бачурки. Аппараты хасизом из хапаза отшел. Харги харева дубаси стази. Егиле бы шоксе дудзе и саза на иесы и тэпуна ам шизы ваны абиха хабургере хала гырдзе и нелаву ам тэзы ваны аби президенты хкана хам нези. Избанзер хас хокшва дахнер. Убри яма дэна егиле бы шоксе сходь вас амидал паршон и вдеруэй. Я общем кады и цан абсанрызы ванна атолбаз вэд ана сглот вихот. Яр бэди и гыл хот и дуама. Хошок сады я узма. Илюх башин шок сады я узма. Яр и хиз ла фэйшей из лэкна и хай абра я пшавар. Из лэкна и хай вар. Абра парламент аджинея да амидал пашара. Абша сэк зарвана значит приказ такой-то, такой-то от министра обороны награждается там ветеран войны, герой Мансик Зерфан Баба, Тауб Иванович Вараев, Зора Хатала Туб Асада, Хасавис, Зидбом, Свет, Избензен, Адизидир, Ябхи Кнахан, и Кнаш Пазнега Сасабхи, с Гудзом, Шишима Спрама Пачески. Абизик Скосвала, Абизик Скосвала, Яша, Дия Вартима, Йома Вартена, Йома Ани, Йома Зимасма, Адисера. Яхей Кула Цара, хорошо. А цара по функции того, а парламента того, а создаром пицунда госдача того, боже, мессера тот я у самом патас пахавы. А бизик сдыгал и ахмадзбар, а риге зара гуси анход, гиге зара гуси анход, зик сдыгал и цбату, надо заканчивать с этим делом. Просто надо заканчивать. Все, вахать цбату, другого уже выхода нету здесь. И для этого есть какие-то дела, и будут какие-то еще встречи. Сейчас все не можем здесь точно сказать, а я думаю, что мы все должны прийти к тому, что независимо от политического, значит, принадлежности, вероисповедания, национальности, весь народ должен поднять, что мы должны сказать нет этому беспределу. И мы должны это сделать. И напоследок я хочу еще сказать. До этого всего, если у нас будет такая возможность, здесь мои коллеги сидят, депутаты парламента, если вы официально к нам обратитесь, или же и мы по роду своей деятельности можем инициировать, мы можем как бы, да, в рамках комитета это все, как говорится, этот вопрос поднять и этот вопрос обсудить. С приглашением там тех же руководителей СКБ, МВД и так далее, и так далее. Вот в этом плане мы еще можем поработать, но чтобы вы понимали, конечно, мы обратимся ко всем своим коллегам, если они не поддержат, 18 голосов мы не получим, мы комиссию по этому вопросу не сможем сделать. Но надеюсь на здравый смысл наших коллег хотя бы понять причину всего этого. Я надеюсь, у них будет такой интерес. И во всяком случае мы постараемся такую комиссию создать. И трудно для этого.